Я в свое время не заснял, как выглядит Дунайская снаружи. Ну вот, собственно, она. Это один из ее входов. Вот тут веншахты стоят. Ну вот, собственно, и сам вход. Эскалаторы пока что выключены. Или это вообще траволаторы? Да, это траволаторы. Ну, придется по лесенке спуститься. Ну вот, уже переход подземный. Красивый довольно-таки переходик. Вот вход, вот там выход. С другой стороны, я ее не буду снимать, потому что у меня просто времени нет. Но, как говорится, оцените реальность. Вот еще один выход. Да, ну конечно, тут видать с гидроизоляцией недоработочки. Вот тут канистра стоит, обрезанная. И видать, где-то подтекает вода. Ну, надеюсь, что это будет устранено. Вот тут еще тоже подтекает. Ну, ладно. Добро пожаловать вниз. Ну, а вот, собственно, тот притурникетный вестибюль. Вот та же картина, в принципе. Ничего особенного, но подтеков намного меньше. Но надеюсь, что это доведу до конца. Вот тут есть эскалатор, как мы видим, но этот эскалатор достаточно коротенький. Вот его может даже пробежать. Ну вот мы и на станции. Как-то я уже здесь снимал. Я снимал с той стороны, на этой стороне еще нет.